Доброе утро, друзья! Это программа «Утренний экспресс». В каждом регионе нашей огромной, замечательной страны есть свои яркие праздничные события. Например, в Якутии отмечают День оленевода, Катя. Ого. В Суздале празднуют День огурца. Но в нашей... В нашей? Что в нашей? Области сложилась очень добрая традиция ежегодно устраивать масштабный праздник чтения. А? Как интересно. Не терпится узнать подробности, какие сюрпризы нам готовят организаторы. Узнаем у заместителя министра культуры Свердловской области Романа Дорохина. Доброе утро. Роман, доброе утро. Доброе утро. День огурца – это, конечно, супер. Но день чтения лучше. А если совместить? Можно. Вот. Это вам на следующий год. Это вам на следующий год, замануха. Но день чтения в этом году посвящен памяти командора Владислава Крапивина. Читали ли? Разумеется. В этом году действительно очень много замечательных акций, посвященных Владиславу Петровичу. 85 лет исполнилось бы ему. И наша библиотека Крапивина с 15 года ведет эту акцию. Является, ну, не единственной библиотекой, вообще порядка 1500 мероприятий, посвященных этому празднику. Но праздник проходит уже не первое пятилетие. Разумеется, я читал книги Владислава Петровича. Но моя любимая книга – это про Юру Журавлева, которого называли «Журка». Называется эта книга «Журавленок и молнии». У него была мечта сделать такой аппарат, который защищал бы людей от молнии. Но, конечно, это была аллегория. Он имел в виду защищать людей от бед, защищать людей от трудностей. Мальчик с яркими, красивыми глазами, смелый. Поэтому я, когда читал эту книгу, будучи ребенком, вообще книга эта довольно старая, 81-го года, вернее, не книга, а повесть. И в журнале «Пионер» она была опубликована. Я прочитал ее в 12-13 лет, он меня восхитил. Ну, на самом деле, да, все произведения Владислава Петровича, они нас, тогдашних мальчишек, они чему-то учили быть смелыми, храбрыми, открытыми этому миру и действительно совершать добрые поступки. Так, традиционно на день чтения в нашу область приезжают именитые гости, писатели, журналисты. Кого ждем в этом году, да, Роман? Я сразу хочу сказать, что, как я уже сказал, мероприятий очень много. Нужно посмотреть, вбить в интернете день чтения Свердловской области. Самая главная встреча – это, наверное, Евгений Рудашевский. Это автор, признанный автор на многих литературных премиях, как один из лучших авторов, писателей для детей и юношества, рассказывающий о том, какое непросто бывает взросление, об отношении с природой. Его бестселлер – это книга «Ворон». Поэтому он будет в 11 часов утра открывать, по большому счету, нашу акцию. Но это не единственный автор, который приезжает, потому что в той же библиотеке Крапивина будет встреча с Дарьей Крапивиной, которая расскажет о пути творчества. И даже в зоопарке у нас была акция. Ой, это что такое? Ну-ка, расскажите мне об этом. Ну, художники-анималисты будут общаться с детьми на тему того, как писать картины правильно про животных. Поэтому и школы принимают участие, и библиотеки, и муниципальные библиотеки, и областные учреждения культуры, и детские школы искусств. В общем, в следующую пятницу читать будем все. Ну, в общем, мероприятий очень много. Как выбрать то, что придется по душе? Зайти на сайт, так, как я уже и сказал. Потому что у каждого, возможно, есть любимый автор. А вдруг он именно в этом году приезжает в Свердловскую область, чтобы с ним лично познакомиться. И не только же это чтение. Будут учить делать куклы, чердачные игрушки, которые должны пахнуть по замыслу авторов этого мастер-класса корицей и кофе. Поэтому сделать что-то своими руками. Это и концерты. Ну, например, в библиотеке Белинского мы будем читать Фаину Георгиевну Раневскую. Супер. Это человек, которого всегда привлекает, я думаю, даже взрослое поколение больше, чем детей. Но акция направлена в первую очередь, конечно, для детей и юношества. И именно проходит она в начале октября для того, чтобы приучить детей к книге. Ну, понятно. То есть могут приходить от мала до велика. Да, всем да, будет интересно. А вот что интересно. Для малышей-карандашей приготовили организаторы? Для малышей-карандашей, для детей от 6 до 8 лет мастер-класса, как я сказал, по изготовлению игрушек. А для самых маленьких детей дом Агафуровых, это наш замечательный филиал областного краеведческого музея, как раз будут про каравеллу рассказывать. Но вообще, конечно, я все-таки рекомендую для самых маленьких пойти на библиотеку для детей и юношества Крапивинку в течение дня. Потому что иногда именно этот день, 6 октября, для кого-то там, для трехлетнего, четырехлетнего ребенка, станет
первым посещением то храма науки, храма художественной литературы. И люди, которые работают в Крапивнике, это, конечно, их целевая аудитория. Не напугают. Если ребенок любит динозавров, ласково и спокойно расскажут про это. Если ребенок любит машинки, найдут подходящую книгу. В общем, мы ждем этого дня. Еще раз скажите для наших телезрителей, когда, где, куда, где стартует. Уважаемые друзья, планируйте, пожалуйста, следующую пятницу, 6 октября. Наша акция «День чтения». Берите своих детей, приходите сами с внуками. А может быть, детей и внуков не берите. Приходите просто почитать, как настроение сложится. Главное, себе поставьте напоминание. 6 октября, в следующую пятницу, читаем всей Свердловской области. Так, день чтения близится. Роман, ваша рекомендация. Одну или две книги, которые должен прочитать каждый человек. И почему? Я думаю, что взрослый должен прочитать книгу Фредерика Бакмана «Очаровательный писатель. Вторая жизнь Уве». Есть такой фильм, да. Но книга гораздо интереснее. Угу. А для детей Корней Иванович Чайковский. Любую книгу, да, для самых маленьких и сказки. Это те книги, которые учат доброте. Спасибо большое. Спасибо большое. Итак, друзья, день чтения 6 октября. У нас в гостях был заместитель министра культуры Свердловской области Роман Дорохин. Спасибо большое, что этим утром разделили с нами компанию. Мы желаем вам всего самого доброго. Спасибо. Хорошего дня.